Пошло. Всем привет, меня зовут Виктор, мастерская Графхам. Сейчас я вам покажу, как можно на прессе для тиснения без клишедержателя теснить конгревным клише. Это делается с помощью двухстороннего скотча обычного и клея момента. Куда я его дел? Я не вижу. А, вот он. Вот, клей момент. Так. Ответную часть, та, которая выпуклая, мы ее приклеиваем сюда, на двухсторонний скотч. Вот. Особо большой кусок не надо, а то отрывать потом будет сложно. Так, вот мы его приклеиваем. Желательно его приклеивать максимально по центру пресса, потому что, чтобы получить равномерный оттиск, желательно по центру клеить. А матрицу ответную, та, которая впуклая часть, зеркальная, мы ее приклеиваем к верхушке стола, та, которая у нас нагревается. Вот. Так вот намазали, не особо так много, скажем, надо мазать. В принципе, этого достаточно, чтобы клише удержалось. Вот. Совмещаем его, то есть клише друг в друга вставляется с зазором. На данном клише зазор сделан около миллиметра. Вот. То есть, ну, кожу можно будет теснить миллиметр. Миллиметр, 2 миллиметра можно теснить. Кожа, она тянется хорошо. Бывает иногда кожа жесткая, ее режет. Такое бывает, к сожалению. Для такой кожи нужно зазор больше делать, либо можно еще кожу увлажнять. Потому что ее жесткость, она при увлажнении становится более эластичной. Вот, мы прижали пресс. Сейчас, ну, нужно подождать, чтобы клей засох. Под температурой это происходит гораздо быстрее. Температура теснения у нас 100 градусов. Можно больше. Я думаю, что этого достаточно. Так, для начала попробуем на вот этой коричневой коже. Не знаю, что это за кожа. Кожа такая довольно-таки мягкая. Толщина у нее 1,5 миллиметра. Вот. Просто вот так вот подкладываем и давим. Надавили, подождали секунд 15-20, поднимаем, смотрим. У нас получился вот такой выпуклый конгревный оттиск. Мне что-то поблескивает, но это, скорее всего, грязь от металла. Мы его желательно чистить щеткой, там, со спиртом. Ну, можно сделать несколько оттисков, и грязь тоже уйдет на какой-нибудь коже для образцов. Попробуем на черной коже. Влезет. Черная автомобильная кожа для перетяжки салона. Так, давим, ждем секунд 15-20, можно больше, можно температуру добавить. Температуру добавим, у нас будет такой более, края будут такие подгорелые. Вот, они увеличивают зрительно объем рисунка. Можно давление чуть-чуть добавить. То есть я приотпускаю, ручкой кручу больше давления, давлю дальше. Удобная очень функция у этого пресса. Ладно, подождали, хватит. Смотрим, что получилось. Получилось очень хорошо. Вот такой выпуклый конгревный оттиск. С обратной стороны это вот так.
с внешнего так. Вот такой способ несложный с помощью двухстороннего скотча и клея момента, самого элементарного совкового момента, можно крепить клише. Способ дешевый, абсолютно всем подойдет. Отрывается клише с помощью стамески, вот простая стамеска или какой-нибудь нож помощнее. Вот. То есть берем, подкладываем там, допустим, кожу, чтобы, и просто отковыриваем клише. Если мы его, вот, то есть вот так клей остается, но это, конечно, минус, то, что остается клей. Его лучше сразу на горячую отскоблить. Лучше с растворителем. Ну и нижнюю часть тоже так же цепляем, отрываем. То есть сложного ничего нет. Ну все, на этом все. Еще раз повторяю, это мастерская Гравка. Мы изготавливаем клише для тиснения. Конгревные, простые, вдавленные. Чтобы заказать у нас клише, нужно отправить запрос в свободной форме на почту. Почту напишу внизу в комментариях. Все, всем спасибо, до свидания.